у нас комментарий к сегодняшней встрече дает Дмитрий Тихий, защитник Воронежского «Факела». Дима, ну поздравляем вас с победой и с долгожданным выходом на поле. В первую очередь, как себя чувствуете? Спасибо большое. Чувствую себя отлично, правда. Я ждал, что будет так трудно. Все-таки первый матч после такой длительной паузы, и мышцы, честно, у меня сводят. Все мышцы сводят, но, к счастью, эти паузы, кстати, мне на руку стали, что помогло мне весь матч провести. Еще раз спасибо большое вам. Радость от победы, наверное, уже все перекрывает. Да, я очень счастлив. На самом деле, хочу сказать большое, огромное болельщикам, что собралось столько сегодня много людей. Всем болельщикам огромное спасибо за поддержку, это чувствовалось. Спасибо. В чем вы сегодня были сильнее на поле? Наверное, хотелось уже после долгих неудач реабилитироваться. Ну, безусловно, это, конечно же, желание. Это желание, да, потому что приехал лидер ФНЛ, команда, которая всю жизнь играла в премьер-лиге, да, и настрой был, конечно, запредельный на эту игру. Вот. И, ну, я думаю, победа – это благодаря этим болельщикам, которые нас гнали. Вот вам установка сыграла на пользу вообще всей команде. Как скажете, не выбило это из колеи? Я считаю, если после этой паузы мы забили гол, значит, все-таки это нам на руку сыграло.